Ну что, может, на чем другом копчат? Эй! Включить микрофон. Что у тебя из шестых уровней? Сейчас посмотрю. А то я уже нервно стал набирать этот интерзет. Какого куя у меня скачет? Из шестых ничего. А, есть. Хелкэт, да? Да. А у тебя что? М6. Все та же Поехали. связка. Поехали. Голосовая связка. Ну, я, как всегда, переставляю супер крутые штуки. Все, ты готов там? Всегда готов. Угу. Секунду. Ладно, сбой. Господи, как я давно на этой карте не играл. А с такими топами? Да мне плевать, у меня пушка хорошая. А, да. Ты когда успел прокачать Т-29? Тебе же еще М6 надо было качать, а ты на Т-1Х катался, когда я тебя последний раз видел. Да. На работе. Свободный опыт, что ли? У меня свободного было 30 тысяч. А, ну все понятно. И во-вторых, на работе очень много народу, которые хотят поиграть. А, понятно. То есть приносишь им просто, это вместо бота можно использовать, знаешь, чтобы они тебе деньги, ну, да, зарабатывали где-нибудь в World of Warcraft каком-нибудь. Правда, у тебя получается, что... В минус уходишь наоборот, да? Ну да, по деньгам фигово получается, но опыт зато приходит, и у тебя стата, блин, галимая. Да. Ну, М6 хороший танк. Я на нем даже, честно говоря, не играл. Без меня это все сделали. Офигеть. Тебе надо просто качаю аккаунты. Знаешь, тебе платят там 5000 рублей, приносишь на работу ноут. Хотя какой ноут, просто логин, пароль. И пускай там, там играют. Там не на чем играть. Ну, ноут. Ноут приносишь. Не проблема. Добейте вот эту фигню. Какую? М4АЕ38518. Ладно, я сам ее добью. Я ж крутой. У меня темп что третий лезет из ушей. А сейчас я его пальну, короче, по нему, смотри. Проезжай, 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 лопушок. Нет, у меня лезет, не у тебя. Твою мать! Какого мудака посадили за Т-32, а? Вот урод, сволочь, собака, твою Давай, мать. Давай, езжай, тупой. Сейчас я его буду. Олень. Олень. Грёбаный олень. Еще не попал. Встал передо мной, за мной, блин, заблочил к чертям. Меня это... ВК-302ДБ тоже заблочил. Я сумел выехать, потом он поехал, все, его убили. Круто. А ты где? Наверное. Да я все там же. Сейчас развернусь, иду к тебе. Иди ко мне. F-103, КВ-5, КВ-10. Арта. Жалко, что я не попадаю по ней, ну ладно. Ой, Т-32 сейчас охватит люлей. Попёрся в лобовую. Я в М-103 попал. Смотри, Копчан, на вас М-103 объезжает сзади. Где я? Сейчас я с ним сражаюсь, блин, полчаса. Другим уже. Там второй. Да? Там ВК. 28. Ты посмотри, ёпты. Что? Вот он меня пытается окружить. А. По центру, что ли? В Фух, я ему гусеницу сбил. Вымани его сюда. Да я стараюсь. Ой, там второй КВ-3. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Вот твою мать! Пока я тут с тобой разбирался. Ты мне помоги лучше, Копчан. Сейчас, погоди, арту спасаю, не видишь? Сейчас еще секунды и будут кранты.
Слушай, у меня... Помогай, ёб твою. Да налево. Погоди, у меня танк еле двигается. Все контужено к чертям. Вот так. И пиздец. При том, что у них М103 ни один не топовый. Все, спокойно, сейчас возьмем. А конечно, меня уже убили. Ты оттуда ушел, и оттуда ушел. Если бы ты там остался, меня бы тот не добил бы. Спокойно, сейчас все будет, сейчас все будет. Он тебя куда угодно пробивает. Кто, М103? Ага. Херня. Что? Лоб у меня довольно крепкий. Голубых кровей. Не гомик, но... И где у тебя во лбу есть, грубо говоря, 300 миллиметров? Че, у него 300 миллиметров пробития? Да нифига еще. Понтов. 290. Сейчас все будет, сейчас зарешаем. У нас тут ИС-8. Не, это я не спорю, да. Нет, у него все-таки щучий нос. Но это чущий нос, даже 175 миллиметров от пробивается. И с восьмой так и будет стоять. Вот смотри, М103. Ненавижу таких гомиков. М103 у него, короче, типа лоб крепкий. Бока картонные, а у ИСа восьмого все картонное. Все-таки поперся, блин. Когда я уже начал разворачиваться. Я бы в рифму сказал бы. Белый пи. Неужели мы выиграли? 1808 опыта. Мне еще осталось. Я скажу. 5000. И у меня будет Т-25 пополам на 2. Пополам на 2? Т-25 пополам. Все. Давай, дубль 2. Зарешаем сейчас, по-красивому. А не так, как сейчас. А что, я сейчас красиво сделал, я М103 убил. А что сделал ты? Пушка не мудрено. Я что сделал? Спас арту. А что это? Это не считается. Которого убили. Херово ты ее спас. Нет, ну потом ее убили, но так спас. Ну а что, мне потом было защищать ее от М103, который убил бы меня, а не арту. Это был вообще не вариант, мне что-то не нравится расстановочка. Мы как-то в жопе. Да ты-то нет. Ну я-то как бы... Все равно сдохну с полпинка. Два батшата, три из четвертых, и с восьмой. Кому, какого еще нужно богатство, чтобы быстренько сдохнуть? А, ну 54. Да, у нас говно. Ну и седьмое столько. Два из седьмых. А, один из седьмой. Е100. Внушает меня какую-то надежду. Вселяют. Меня не вселяет. Я 100 против ИС-4 как-то вот. Как-то никак? Угу. Ну в том плане, что, конечно, может быть отрикошетит, но он ИС-4 редко пробивает. Ну тут круги нарезает, тем более он АФК. Кто? Нет, нормально все. ИС-8 АФК. А, он умер. Идиот, куда-то попёрся вообще. Ну, выехал, его там арта достал, и все. Он вообще поехал к врагам в окружении, и все. Там не арта была. Арта его не трогал, его баша замочил. У нас неплохая арта. Я в другое место сейчас поехал. Да хватит там своим яблоком хрустеть. Око. Ты про что, а, Копчен? Ты вообще про что говоришь? Ты что, совсем больной? Я-то больной. Наркоман, что ли? Но не голодный. Наркоман, что ли?
Да. А что делать? Приходится. Наркомафия, что ли? К сожалению, нет. Ой, как я не пробил-то его. Алло. Иса. Обычного? Обычного. Да ты ну. Опять не пробил в бочину. Я, конечно, да. Понимаю, угол довольно большой, но это позор какой-то. Извините, но вы нуб. Да, надо было тупо в лобешником присылать по почте снаряды. Вон, у нас сейчас и 7 загнется один. Загнулся. А твою мать, начинает с веселья, и с 8 прискакал. Я ничего не могу противопоставить. Беги. Да некуда бежать. Надо стоять, держать в точку. Мы тут рашим. Я на своих 72 километрах. Ну как, пока только на 60, ну ничего. Ну-ка, сколько я выжму? 66, 67, 68, 69, 70. И поворот. Так, 70, вот это вот плохо. 71 километр. Всё, пипец, кранты. Центр прорвали. Мне конец. А мне насрать. Я 71 километр еду. Ты что, Капчан, не понимаешь? 71 километр. Я понимаю, что мне кранты и все. Прискорбно. И по мне уже 3 выстрела сделал. Все равно не может ничего убить меня. 4 выстрела! Все равно не может меня убить. Прикол? Прикол. Это какой из? 4-й. Прикольно. Правда, я ему никакого урона не наношу. Вот он тебя убил. Если что, мы у них на базе тут рашим. Так все, нашу базу нечем защищать. Мы уже всрали. Это ты говоришь, исходя из того, что на нас две... Там 2 из 4 прутся к нашей базе, их нечем останавливать. Ну как же 54-ки? А здесь еще кое-какая защита у врага есть на базе. О! Что там, КВ-2? Да. Уже не знаю, что там. Че этот мудак не может, блин... Иди арту замочить, что ты, блин, 13.90, дебил. На захват вставайте, умный, что ли? Зашибись, вот один расстрелил, все. 99 хп оставил. А эти, блин, это придурки... И4. Какую с ним, он на меня внимания даже не обращает. Это С8, кстати. Тебе сбоку С4 настреливал. Он тебе все здоровье снял. Да, на Хеллкэте не покрутишь. Да он вообще не поворачивается. Убогий бой, вообще такие вот, пипец. Мне понравилось, как С8 слился. Да хватит жрать, блин, ты мне чахкаешь в ухо. Давай, пардон. Тигры вторые. Чё тигры вторые? Ну ты Лёва, я тигр, не знаю. Это Лёва, Лёва. Лёва, Лёва. Лёва, Лёва, давай, давай, давай. Ты точно наркоман. Никто не отрицает. Даже мой кот. Но никто и не подтверждает. Бугагаш. Я. Я из госнаркоконтроля, да, наркоман. Нет, я сам, я наркоман, я говорю это как работник госнаркоконтроля. Я сам себя обследовал и понял, что я наркоман. Хватит жрать яблоко, ты заколебал. Это такое грёбаный хруст и чавканье.
Я тебя убью, я тебя придушу. Я больше не буду кофить. Ты будешь жирным. От яблок не становятся жирными. Я почти в заднице. Прикол на своем тигре. Может, я просто жопный тигр? Жопотигры. Вот чувак тоже на своем тигре. Обычном. Просто як-тигр. И он выше тебя. Просто як-тигр. Но он такой хитрый, он хочет занять мое место. А я сбиваю ему так аккуратненько гусеницу. Потом фугасом стреляю в маску, чтобы он поврежден был. И все, и он подыхает. Гусеницу. Как слоупок. Что там за танк Т-34? Слоуфак. Что там за танк и сушка? Ну ладно, это я просто так стрельнул. Опять ты на этот гребаный остров покатил. А через него проходит очень много и на арту фигарят. Если б я не пошел, любой светляк здесь бы проехал нормально. Кого ему опасаться? Як тигра? Что-то я начал стрелять без мозгов. Когда ты стрелял с мозгами? Бугагашеньки. Пару дней назад. Вот я говорю, нельзя делать такие долгие перерывы. 4 дня не играл уже. Вранье и провокация. О, КВ-4. О, КВ-4 мне стал нравиться. Вранье и дефлорация. Потому что я его пробиваю. Давай, КВ-4, пробей меня. А КВ-4 даже по мне не попадает. Я сейчас обрадую, тебе сейчас сбоку будут так настреливать, что... Кто, ИС-3? Да, ИС-4, ИС-3. Кто там? Какой ИС-4? Там нету ИС-4. ИС-8 сбока я ему... у нас тут на подъеме. Полная коробка танков. Зачем я так глубоко иду во фронт? Да что у вас, что ты так криво ты едешь, блин? Что, далеко слишком залез? Нормально. Тут просто баршат Т-32, я не буду их, не смогу их прорвать. Меня, например, восьмерку хочет пробивать. Но я от нее рикошет. А она, дура, не знает, что у меня маска крутая. Ты дура, ты не знаешь, крутой маска. Зорро, зорро. Блин! Ща начнется веселье на Number 5. Мамбо дежавю. С такими темпами я стану трупом через 5 секунд. Так, мне надо починить... 5-4. Слушай, мне батшат все здоровье снес. Один, в одиночку, вот сейчас вот. Пипец, это было настолько унизительно. Тебя унизили? Да вообще пипец, батшат меня в одиночку разобрал. Так ты ж нубчик. Супчик, блин. Даже не крутив. И мне, крутив. Никто не, и мне никто не помог. Крутив, нет такого слова. Да, конечно, конечно. Я к тигр давно бы уже убил бы этого ИС-3, блин, дебил кусок. А ты там чё? Чё, у меня уже всё. Чу-чу. Ну не тю-тю, у меня арта попала, просто все кританула. Я смог починить только пушку и это мужика-водителя. Мужик-водитель? Да. Вас кританула мужика-водителя. Срочно почините мужика. Я ИС-4 завалил. Да че его там валить-то? Сволочной батшат, я его убью, нафиг. Че ты сказал? Смотри, смотри, он сейчас Т-110 разберет. Да мне на него наср... А я не могу отсюда выехать, меня арта держит под прицелом. Арта под прицелом. Что-то я как-то херово выезжаю. А, нет, повезло. У нас як-тигр очень крутой. Выезжает, по нему арта стрельнет, он отъезжает. Опять выезжает, по нему арта стрельнет, он отъезжает. Радуйся, что не по тебе. Как круто.
Да я срал я на него. Ой. Т-34 не пробил в маску. Печаль. Американская? Да. Я нашел, как в ИСУ попадать. Она там так заныкалась, типа, что в нее не попасть и все такое. А я в нее попадаю. Вот заныкалась, сучка. На! Ой, господи. Да ничего, практически ваншотнули из восьмой. ГВ Тайгер разошелся. Точнее, Type-E или что там было. ГВ Тайгер. А-а-а, не ту кнопку нажал. А, все нормально, все вернулось. Слушайте, да. Если вы сейчас артиллерию не снимете, у нас будут большие проблемы в виде проигрыша. У нас и так всегда большие проблемы. Но эти будут очень большими. Мне отсюда не уехать. Я начинаю отъезжать, меня сразу палит ПТ-шка, которая пытается меня попить. А как всю нашу арту завалили, вот мне интересно. Но это не из-за меня. Базу вроде никто не светил. А чья горка-то? Т-32 вот здесь. Ну где-то тут. Он за камнем весь бой стоит. Я ж тебе сказал... А, Т-34 вернее, да, пардон. Мне осталось только ИСУшку замочить. Для этого я стрельну фугасиком. Фугасиком. Самое печальное, что у меня рация повреждена. У нас минус Т-32 сейчас будет. 100%. А у них минус объедок. А, все-таки одну арту положили. Ну все, остальные не такие точные и все такое. Ты бойся ГВ Тайгера, который 4 фрага настрелял. А, да, в натуре. Сейчас он як тигра убьет. Будет вообще круто. Ха, не попал, лох! Лох! Лох, идр. А ИСУ как-то то ли он АФКшный, то ли он жутко умный. Ну у нас тоже М40. Молодец, настрелял 3 фрага. Я пытаюсь стрелять рядом в камень с этим ИСУ. Чтобы он нахрен убило. Так, я вижу арту. Нет, я не вижу арту. Это не ты видишь арту, это Т-110Е5 видит арту, он сейчас сдохнул. Нет, я этой нубской ИСУшки ничего не сношу, поэтому мне посрать. Тайгер на воина выйдет сейчас. Т-32 едет умирать. Да и куй ты с ней. И кай. Я 3% ему оставил. Че, прикалываешься? Кому? ИСУшки, а як тигр боится высунуться. Я говорю, правда? ГВ Тайгер. Все-таки я про як тигр говорю. Попала арта. Гусеницы сбил. Что тебе еще надо? Оставь ты этого блаженного в покое. Да я по нему же целый бой стреляю, блин. Ну, видимо, фрагодрочер, фигли. Ждет, пока он стреляет. По чуть-чуть. А я вот тут заныкаюсь и, короче, может, арту увижу. Ну, вдруг. Ну, у тебя обзор не такой, чтобы видеть такое расстояние арту. В смысле, здесь максимальный обзор. Ну, сам не засветишь. Сам-то не засвечу. Я и хочу, чтобы они засветили. Тем более, она все ближе и ближе, мне кажется. Ну, она на воду съехала уже, скорее всего. Не-а. В угол куда-нибудь. Черт, мне отсюда не видно ее. Быстрее езжай. Езжай. Эх. Если б я раньше бы прятался в тех местах, кустах, в которых я хотел вначале прятаться. Эх, ты куст ходящий. 3586. Да ну вас нафиг, господа. Что такое еще? Что-нибудь по пантере не... По пантере есть? 1370... 1390. Чтоб действовать можно было вместе. Тяж какой-нибудь. Ну нафиг.
Давай свой 1390, например. Он папский. Бабский? Папский. То есть на нем катаются исключительно крутанские чуваки. Так, сейчас. А вот пантера для самых стойких нервами. Это да. Я ее продал чертям.